Воспитываем самых метких футболистов, шутят в поселке Мехзавод. На детской площадке во дворе дома номер 7 по улице 16 квартал гонять мяч ребятам приходится строго в пределах поля. Не рассчитают силу, и от детских забав пострадают припаркованные автомобили. Мячом порвали дети сетку, ее сняли, все ограждение, а новое не восстановлено. И сейчас дети играют мяч, футбол, там, волейбол. И поблиз расположенных стоящих машин бьют этим мячом. Работы в поселке Мехзавод много. Его благоустройство начали с культурного центра. Недавно в сквере около ДК «Октябрь» провели субботник. Планируется обновить и само здание Дома культуры. Также в поселке необходимо оборудовать детские площадки, отсыпать асфальтовой крошкой дороги. Ремонт внутриквартальных дорог, восстановление ливневки внутри кварталов. Неудовлетворительная работа управляющих компаний, тех, кто работает на данной территории. Неспиленные деревья, нависшие над крышами домов. Это неудовлетворительное состояние внутри дворов. Преображаться Мехзавод начал благодаря активным и неравнодушным жителям. В помощь им общественные советы, которые появились в ходе реформы местного самоуправления. Команду единомышленников, готовых решать проблемы конкретных территорий, горожанам предстоит сформировать осенью. 13 сентября состоятся выборы в районные советы депутатов. Алина Чемерис, Павел Пресняков, События.